Digital с точки зрения IT можно сравнивать с комплексным процессингом. То есть мы являемся машиной по обработке событий. Очень сложно людям рассказать, кто мы. Это все равно, что попытаться объяснить, для чего нужен такой-то язык программирования. То есть вот есть язык общего назначения, что на нем можно сделать? Да все, что хочешь. Так же и на нас. Мы платформа лоу-код разработки общего назначения. Сама идея давно витала в наших головах с Павлом, и были какие-то, в любом случае, предпосылки к написанию такой системы, которая бы позволила, не трогая программистов, реализовать какую-то бизнес-логику. И в целом это был неплохой вызов для меня, как для разработчика. Это как минимум красиво. Создать инструмент, в котором без программирования любой человек сможет настроить обработку потока данных, а любое IT, действительно любое, это просто так или иначе закрученный поток данных. Миссия компании, цель компании – это дать возможность людям создавать. Мы можем корпоративный портал, чат-бота, процессинг на миллион сделок в минуту, система управления транспортной системой города, например. Мы можем искусственный интеллект. Почему нет? Ой, я помню времена, когда мы сидели все в коворкинге за одним большим столом, и это было очень мило и комфортно. Что у нас тут крутого? Продукты у нас самые четкие, самые прекрасные. Ребята самые топовые, самые классные, действительно, это правда. С кем работаем? На собеседовании я был крайне честен. В итоге это сыграло огромную роль, то, что я могу быть честным здесь. Меня принимают такими, какими я есть, моим чувством юмора и с прямолинейностью. Directual — это ребята, друзья, там полная свобода креатива, драйв. Чем привлекаем? Под капотом Directual собраны все самые современные технологии. Здесь соединено много направлений, и сама платформа является многокомпонентной. И ты сразу видишь результат своих действий. Потому что не хочется заниматься тем, что будет там когда-то. Вот вы будете там, не знаю, полгода разрабатывать, только потом увидите, как все работает. Вы разрабатываете две недели, оно уже работает. Для меня это было вау. С точки зрения того, что людям ты позволяешь создавать. Инструмент для людей создаешь, как не рыбу поймал, а удочку не дал. Наш слоган, он очень хорошо звучит по-английски. Let people go, let people create. Мы смотрим на весь мир, потому что человечеству в целом нужны новые IT-продукты, нужна реализация идей, и мы хотим в этом помочь. Неважно, это будет Россия, Израиль, Китай или Америка.